Привет! Сегодня у нас демка Last Five, последняя вера, и что типа мне с русским языком здесь какая-то проблема? О! Ну, давай пойдем. Город Митрингаль. Так, чем атаковать? Чу-чу. Ой. Так это стандартный этот, как его. Здесь ничего. Геймплей, управление. Что управление? Мне джойстик почему-то не захотел запускаться. А, подожди. Основная атака J, дополнительный К. Ага. Ой, ни хрена себе. Ой, чё там? Во, ломать можно. Нифига себе. Меч, топор есть. Музыка такая еще. О. Что это? Целительная инъекция. Че? Эй, Игорь. Something catches your eye. Тебя что сюда притащил-то? Ваши товары мне не интересны. Жаль, ведь тебе точно придется чем-нибудь себя защитить. Вместо этого не прощает ошибок. Моя любимая дочь не так везло, ее забрали внутрь. Ладно, сердце мне тяжело от горя, но все же твоя покупка может облегчить мою грусть. Что скажешь? Ты точно не пожалеешь. Что станет с вашей дочерью? Цена высока, но это требует церковь. Церковь настроена против своей паствы, высасывает из нас всю надежду. Она в цепях этих отвратительных людей. Мне придется отдаться охоте, всепоглощающей победу за теми, кто держит ее в заключении. Я должен... Благодаря за покупку, она немного скрывает мое замерзшее сердце. Скошка, что скажешь ты? Ты немедли, время меня в обрез, мне нужно спасти мою дочь из ада. Чё тут купить-то? Ключевые предметы. Демиоксидные пули. Металлический патрон с полутемной рудой. Против твари, говорит. А чё? Зажигательный порошок, какие-то целительные инъекции. Механическая бомба. Фига себе, прикольно. Ладно. О, мана потратилась. Ладно, пуль дофига понабрал. О, противник. Блин, что там было? Нихрена себе. Так, понятно. Не умирает он с одного удара. Так. Ха. Все настолько это как его. Одинаково. Ладно, дай вверх. Как туда попасть? Здравоохранение. Защита кровавая. Ладно. Стигма какая-то есть. Что делает стигма?
прерывать входящие атаки. Да. Тар. Так, карта. Угу. Записи. Так. Где это мы? Во двор какой-то вышли. Под статуей что-то есть, но оно тяжелое, что не сдвинуть. Под статую выгравлено кольцо. Постилки камелии, нахрен они нужны. О! О, нифига себе, видели, да? Падла вбежала. Не двигается ничего. Так, ну это я обратно спустился, да, во двор, но... С этого гранат опять бросил. Прикинь. А чё, сам не будешь поджигаться, что ли? Какие-то злые карты можно включить. Так, ну видимо... Чё, никуда не запрыгивает, да? Ладно, пошли отсюда. Хрена себе. Помешанная. А что такое валяется кровавое? Так, здесь у нас тупичок. О! Ражик красивый такой. Души какие-то из него. Опа, что такое? От Института науки. Уважаемые коллеги, как вы можете видеть, размах крыльев этого хладного достигает примерно 5,5 метров, что позволяет ему свободно находиться в воздухе, однако у остальных найденных нами образцов крылья недоразвиты. Исходя из этого, я могу предположить, что моим делом с необъяснимой эволюцией в связи с недавними мутациями. Похожие изменения наблюдаются во многих зараженных объектах. Так, это, видимо, про босса какого-то мне говорят. Наверное, это боссик будет. О! Заново все появляется. А, вон он. Ой. Бля. О! Подожди, как лечиться? А. Ну, а ты смотри, он не сразу лечится. Чё, наполучал от летуна? О! Блять! О!
хрена себе. Как я плохо дерусь. О, блять, попало. Попало по мне. Я так все лечилки кончатся. Может топор какой-нибудь взять? О! Сюда? Безликий. Так меня и завалят. Целительная инъекция. Ого! Ни хрена себе. Вот это падла. Трущобная псина. Ни хрена себе. А это что такое? Это через какую-то штуку, через которую я не могу пройти. Так. Это ты, говорит, уже... Блядь. Что за хер? Это гроб какой-то. Зараженная звезда. Использование изучения зараженных звезд было запрещено фирмой Норден по причине их связи с дочерьми ночного прилива. До тех пор, пока они вновь не были обнаружены группой ученых, искавших убежище в ордене. От ордена, то есть в ордене под защитой блэкхолов. Есть в этом. Так, подожди. Это что это я такое нашел? Какие-то штуки, блядь. Бомбы при себе. Немного фокуса, нихрена себе. Тело. Крит шанс, у топора больше, типа. Удар толкать. Сейчас пойдем. Темной энергии какой-то запускаем. А, о, бомба. А чё, где бомба? Да хер с ним, давай по чуть-чуть с топором побегаем. Чё, я еще там же не побегал. Вон там. Наверху где-то. Ну давай, черт с ним, сюда сходим пока. Позвоночная пила. Или аспирином колдоста, вырезанный из кусков кости. Понять источник пытались силы и секреты. Из костей развитых хладных. Так, это что-то у меня оружие появилось. А, подожди. Во! Во! Все, я понял. И тут звезду можно поменять. А? Нихрена себе! Вот
так, мечик. Так, сегодня нам не прийти. Второму раз, наверное, ничего не даст, если ломать. Это херня. Желаю, чтобы меня беспокоили. Прошу прощения, не могу не заметить вашу боль. Так, не более принятие то, что правда так долго склонялось мне в тени. Скажи, как звать тебя? Эрик. Знаю тебя, но что тебя привело сюда? Молитва о вас, скорбь, убежище. Много кто приходит сюда за этим, от места принятия и примирения, навязано людьми сверхов, чтобы спасти себя от недугов. Тут обитает бессердечный человек, который обречет на всех на погибель, так что принял свою судьбу, обустроил здесь, где мне быть должно. Ладно. Это бессердечный человек, который станет причиной нашей гибели, так что принял свою судьбу и то, что не суждено быть здесь. Не могу продолжить, пока муж мой не упокоится, но это невозможно без цветов, растущих только в морском городе. Здесь никогда не смогу достать их и возложить тебе на могилу. Путь туда опасен, ты своим крепким сердцем сможешь его пройти. Все ж мне цветов, Эрик. Блять, в общем. О. Цветы, говорит, тащи мне. А, он еще и в две стороны мечом орудует, прикинь. Димокситный пуль. Так, в общем, может почаще. А, блядь. Он сидя мечом не бьет вручную. Так, и чё? А вон открытая дверь почему-то стала. А, ее открывать надо. Вот же открытая дверь, чё ты? Контроль на пропускной путь. Чего меня не пускаете? Непонятно. Заперто, там заперто. Ну давай еще попробуем назад сбегать. Там проход какой-то был. Вроде бы.
Если ничего не поможет, то на этом демка и закончится. Так, ну здесь у нас тупичара там. Ладно, хоть чтоб противники не респаунятся, уже хорошо. Так, что у нас здесь карты? Карта наверх. Ну, наверх мы лазили. Не запрыгай, блядь. Эта херня не двигается. Туда мы, блин, попасть не можем. Можем. А, ишь ты, пропустил. Меня сейчас за это навтыкают. Вас поглотил Некрукс. Зачем это он сделал? Так, что мне главное узнать? Ладно, далеко не ушли. Значит, идем туда, куда надо. А, подожди, а нахер ты сюда-то полез? Пожди. Так, что здесь? Ладно, полечимся. С
все двери заперты, блин. А, во. Я тут побежал. Ой, опять завалил меня. Так, начинается. Дохнет будем. Ну кидай давай свою херню. Чего там? Все, собачина. Кто там? А, это. Че это? Слезы лунной тени. Звездная пыль неизвестной силы. Использовали для вызова защитных ледяных колонн. Блять, нахер они мне нужны? Защитные ледяные колонны. Ой, дальше дорожка есть, смотри-ка. Целительных инъекций насобирал. Молодец какой я. Сорвал что-то. И что это? Так. Бля, где-то лажу непонятно. Бля. Ой, завалился. А чё, перезагрузиться с последнего временного чекпоинта? Давай временный чекпоинт. А, во. Ни хрена себе. Ай, да пошёл ты. Ой, да, что-то я не разобравшись. Так, нужно хотя бы сначала собак повышибать. Да? А ч
Чё ты здесь делаешь? Опять ломать надо? Вандал. Так, сразу. Ай! А, блин! Так. И бесконечный бой сейчас будет. Так, может, мячик сменим? Давай. Бля, да пошел ты. Так, давай сюда. Не пробивает. Ой, пули нет. Собаки мешались просто сильно. Так, хладный щитоносец какой-то. Куда-то дорожку мне открыл хладный щитоносец, что там? Так, кто-то рычит. Ни хрена себе. Ты кто? О, понятно. Ага. Бля, да пошёл ты! Ни хрена себе удар, вы видели, какой нанес? Назад быстрый путь типа, да? Чё путешествует-то? Некуда путешествовать-то. Тогда пилим обратно. Блять, а почему он опять живой? А, имеется в виду, что если я зашел в эту херню, то он опять оживает. Ну, в смысле, сохранился. Давай это опять изломаем. Куда-то можно лезть. Ой! Так, опять херня летучая.
Ой, ее добить можно было. Ручками. Да блин. Ну-ка. Ну-ка, блядь, не дает запрыгнуть почему-то. Опять этот хмырь. Дай-ка, говорит, тебе покажу кое-что. Так. И там, видимо, дальше ты не... О! Что это? Прикинь, кнопку не мог нажать. И чё? Или прикинь, игра зависла. Точно, прикинь, зависла игра. Ну и продолжения тогда не будет. Ролик на этом закончился. Стандартное метроидвание. Завлекает, конечно, но вот то, что демка зависла, это вообще позорище. Ладно, всем пока-пока.